Смотрите, собираем классную деку из крутых карт. Нам дают классы. Хант, вар, маг. Собираем классного мага, чтобы всех убивать. И сразу две хорошие карты. Кирин-Торец и Близзард. Две прекрасные карты, но Близзард работает всегда, а Кирин-Торец еще неизвестно, подвезут или нет. Йети. Фростболт. Ну, Ворген ничего так, средне. Ну, Фростболт все-таки. Тут тигр, конечно. Вот это плохо. Это три плохие. Не, неплохие. Ну, пиробласт мне совершенно не нравится. Плохая карта. Гигант или Бладнайт? Я думаю, Бладнайт. Бумер, конечно. Бумер король. Пиромансер против импмастера. Импмастер. Флеймстрайк. Охотница, давай. Он просто ржачный. Так, плохо, отвратно. Так, средне. Плохой, но секрет. Гнумка, но так себе. Варлорд, но у нас... А, мы можем Варлорда раскрутить через импмастера и через кабаниху. Поэтому возьму Варлорда. Хотя обычно он у мага не играет. Так, божественный слизнюк против божественной стенки. Слизнюк. Хотя и Огр Магс пригодится, потому что он есть пылы. Средняя стенка против средней тройки. Возьмем тройку, может мы какую-то агрессию сможем. Это плохо, плохо, плохо. СПД у нас нет, поэтому Queen of Cold все равно плохо. Возьмем черепаху. Ну, стенки я не люблю. О, вот это жир, ребята. Это король. У нас, правда, Фростбол против Элема. Конечно, Элем. У нас совершенно ничего не сложилось с секретами, но в остальном все очень достойно. Пока все очень достойно выглядит. Шикарно, шикарно. Раз, два... Ой, очень мало двойку. Набрать двойку. Хоть рыцарь крутой. Фаербол, давай. Фростболт, давай. Надо СПД брать. Еще фростболт. Секретов нам не завезли. И нахер они нам нужны, ребята. Этой декой надо делать 12 побед. Я не знаю, как насчет 12-0. Но посмотрите, у нас есть шикарная связка. Кроме того, что это шикарный early game, это и mid game, это весь гейм шикарная карта. У нас связочка есть с Антошкой. Где он там у нас? Картошку наркопает. Flame Strike один, но есть. Black Knight шикарно. Blizzard, мидгейм. Вот Nightblade здесь не в кассу смотрится. Черепаха средненькая. Все остальное весьма достойно. У нас есть двоечки. У нас есть все, ребята. Делаем 12 побед. Все. Гном. Так, сделайте мне массаж быстро. 2 минуты на ставке. Сам себе такой. Опа, опа, опа. Полотенцем. Сейчас будем играть. С виду маг шикарный, с виду. Ну, бывает так, с виду, воу, а на самом деле, ну, это редко бывает. Так, Ninja Miss. Ну, Flame Strike один, да. Да и хер с ним, с этим Flame Strike. Хорошо, что не взял чувака 4-3 над Близзардом, потому что секретов у нас так и не оказалось в деке. Антон не работает на арене, ты что, знаешь, как на арене работает? Особенно с четырьмя болтами. Правда, стенки я не взял, потому что не знал, что будет Антон. Две-четыре максимум? Нет, я соберусь и сыграю этим магом хорошо. Маг отличный. Есть несколько слабых мест. Типа у нас стенок, нет хила, нет отсосем агрессии, флеймстрайк один, но... Кого эти мелочи интересуют? Вот был бы это 3-2, уже бы убил. Что такое, качать ему будешь задницу? А, сюда будешь задницу качать? Куда же ты будешь качать-то задницу? Ладно. А можешь еще двух существ, а? Давай, двух существ, давай, давай, давай. У меня такие были планы. Он еще и монеты все выбросил. Так дешево сбросил под Soulfire. Вот ты нехороший. И сейчас задницу ему качнет.
Так, ну болтать я пока не хочу. Копим злобу. У нас есть Black Knight, это хорошо. У нас есть следующий дроп, есть ремовал, у нас все есть. Привет, Свет. Ой, Black Knight опаздывает, ребята. Опаздывает Black Knight. Давай меняться, давай. А то как же я пройду к тебе мимо стенки-то твоей дурацкой? Это нехороший. Так, ну... Зомби добивать некогда. Он, конечно, может ему накачать задницу, и это будет очень жаль. Но зомби убивать некогда. Два чу зомби. Ну хорошо, вопрос с хилом решен. И если он сейчас не разменяется, мы что-нибудь еще истырим. Блин, да тут тырить не перетырить. Непонятно, Black Knight или тырить. А может просто Blizzard ему дать? Вообще непонятно, что делать. Так, Blizzard забирает тебя, тебя, тебя. Остаются всякие огрызки, да? Огрызков остается три. Один я съем, потом ты меня добьешь, и я уже тебя никогда ничего не сворую. Давай-ка. Вот так. Потом сворую, а потом Blizzard. Что за ставки? Свят. Я их тут к культуре игры пытаюсь приучить. Пытаюсь объяснить им, ребята, не жадничайте. Хоть чуть-чуть. Так, теперь воровать у него нечего. Дожились, нечего и своровать. Блин, если я сейчас за Близзардю, то я потом уже никогда ничего не сворую. А своровать очень хочется. Но если не за Близзардю, они убьют... А, у меня еще есть Flame Strike. Ладно, давай, рискнем. О, ты, блин. Доигрались. Доигрались, ребята. Ладно, ставим немножко корма, чтобы он все-таки поставил четвертое существо. Это важно. Нам нужно четвертое существо. Так, нужно аккуратнее, потому что что-то он не умирает. И как-то он в стелсе сидит своим поганым. Хорошо. Наконец-то мы что-нибудь сопрем. Нормально, подойдет. Да, спасибо, спасибо. На 10, на 12, нет. Все равно Антон нужен, чтобы зафаерболить до смерти. Мистер Черепаха погибла. Как сделать английскую версию ХС? Под стримом есть ссылка. Фух, я испугался. 2-3 существа мы увидим. Победа. Не так-то просто, как казалось. Но оппонент был не так-то прост для первой победы. Вспомните там на прошлой арене.
Вторая партия, 2 минуты. Так, у меня классная рука, при условии, что у нее это расшока. Будем на это надеяться. Легендарная рубашка у нее есть, вот это вот пугает. Кстати, классная штука против шамана, убивает тотемы. И обычный 0-3 тотема убивает сразу насмерть. За 2 маны 2-2 приходит и убивает любой тотем. Ну, почти любой. Дружок, а как у тебя с Рошоком там, а? А? Есть Рошок, нет? Нормально. Вообще нормально. И топ-дек нормально. Все нормально. Ай. Ай-яй-яй. Черт, вот это вот все мне испортило. Я все равно поставлю Йети. Все равно, потому что если я пингу, я просто пропускаю ход. Надеюсь, он сейчас меняться не станет. А вот если дубину даст или молнию, да, мы проиграем преимущество, которое получили в начале. Эх, такое было преимущество. Такой классный был расклад. Вот это у тебя штуковина, однако. Хьюстон, у нас проблемы. Плохо, что когда он съест из нюка, останется 4-1, с которым все равно надо что-то делать. Я с ним ничего не могу сделать. Ну, в смысле, пингануть не могу в него. Это жопа, конечно. Зато слизнюк жирно зашел. Понимаю. Так бы и сказал сразу. Он убивает 5-5, и остается 4-1, с которым я ничего не могу сделать. Бесит. Блин, он как-то меня насилует, ребята.
Сейчас вся надежда на то, что лягушки нет. Если он сейчас сразу архмага Антошку как-то убьет, то я уже не знаю, что с ним и делать. Эта штука меня полностью пофиксила. Ничего с ней не сделать. Так, наверное, попробуем подождать один ход, чтобы чуть подготовить стол к приходу Антошки. Чтобы почище было на столе. Чтобы почище на столе. Да, 1.4.6 убил целого гнома. Почище не получилось. Так, ну свапаю пинг, а потом на пинг не хватает. Свапаю. 3-1. А, он еще прокачку получит. Он будет вообще огромный после свапа. Нет, совсем провал. Ну, по-моему, мне остается только это. Да, стенки были бы в кассу, конечно. Если у него в руке нет ни одного дамага. Если нет. Так, это пока не пугает. Ну пожалуйста, пусть ничего не будет. Ну боялись ты. Ну что, тебе жалко, что ли? Кажется, ничего нет, ребят. Черт, не сработал, Антошка. Нишизона Теторра подписался, да. Здравствуй, Нишизона Теторра. У тебя такой ник, а я, кажется, его правильно прочитал. Такой молодец. Нишизона Теторра! Только не хил. Спасибо. Надо убивать сейчас, иначе он отхилится. Отхилится? Нехороший человек. Да, нам же бабла урочила его тут держать. Ах ты, блядь. Вот ты нехороший. Да блин. На соплях идем. Мы чуть-чуть сверху, но на соплях. Только не стенка. Спасибо. Давай еще Лема тут декни, стенку поставь. Нормально вообще будет. Большая штука.
Очень внушительная такая. Ну, ладно, если он убьет Элему, он замерзнет, и мы сможем троечками нашими в гости походить. Не хочет замерзать. Хочет меня морозить. Мне кажется, или то ли дека не такая крутая, как казалось, но мы с таким трудом идем, то ли оппоненты плотные в самом начале. Dead Bow 101. Bow — это и лук, или мертвый лук, или мертвый поклон. Ты кто, мертвый лук или мертвый поклон? Короче, я рад тебя видеть. Привет. Давай тебя тоже запишем. Два ноль. У меня ощущение, что все-таки оппоненты очень такие достойные. Поехали, третья партия, 2 минуты. Я налью квас, чтобы было что поднимать за подписчиков. Блэкнета я оставлю просто потому, что он очень крутой. Слишком крутой, чтобы помулиганить. Вот алхимик нам тут не очень нужен. Да, тяжко идет, но я все-таки думаю, это оппоненты виноваты. Я не виноват. Небольшой подгон от Беверли, удачи на арене. Спасибо, Беверли. Небольшой подгон. Крэбзор. А, да, все, включил. В курсе ли, что именно на стриме реклама презервативов? Нет, но теперь в курсе. Тебя это беспокоит? Хочешь поговорить об этом? Ты считаешь презервативы чем-то противоестественным? Чем-то постыдным? Ты краснеешь, когда в аптеке их спрашиваешь? Ты краснеешь, когда их покупаешь? А? Смотрите, смотрите, адский конь. У меня не просто конь, у меня есть адский конь. Так, что это там такое у нас? Так. Извините, увлекся. Вначале болтанем. Но он, конечно, тут на карту напарил. Потому что он сейчас застрелит, у него стоит секрет. Ты при оптиматической рекламе? Ну давай рассуждать. А, у него нет секрета в деке. Извините, нашло что-то. Давай рассуждать о тематической рекламе. Twitch – видеосервис игровой. По идее, его должна смотреть молодежь. Достаточно ли тематически показывать молодежи рекламу презервативов? Или ты думаешь, лучше подойдет клей-момент? Так,
Он явно на что-то намекает. Явно на что-то намекает. Ну, да, похоже, меня тут немножко напарил. Напарил меня тут немножко, ребята. Был бы Сайленс, жил бы в Сочи. Ну, по картам я тут жирно напарил. Давай, может, за счет Black Knight как-то вырвемся вперед. Поставь мне жирную стенку там. Что-нибудь такое. А то ты меня напарил с этими чуваками. The Frost Wolf, stand ready! Алхимик Пинг? А как тогда гуляку буду качать? Так, ну хорошо. Начинаем по чуть-чуть. Не, ну вообще никак не уймется. Ну вот сейчас он правильно не поменялся, потому что если я не поменяюсь, он сделает это пираткой. Хотя, может, к нему на 8 сходить. Я схожу к нему на 8. Потому что если он поменяется пираткой, я дам сюда на 4 и пинг. О! Ну ладно, моя очередь меняться, кажется, настала. Потому что если я не поменяюсь, то уборочный голем меня заберет. Еще плюс карта. О, снова вырываемся за счет наших крутых карт, ребят. Так, а Баблавор у меня, кажется, есть деки, да, если не ошибаюсь? Ой. Ой. Да. А Баблавор у меня в деке есть. А, за что ты сюда выстрелил, я не понял. Ты что, предатель? Что делать? Такие дела. Правда, Антошку сейчас, если топ-дек, мне нечем будет раскручивать. Почему Спектр так редко в ранкете играет? Размеры у него маловаты. В ранкете очень много способов зауешить стол. Любая дека умеет ауешить стол. Вообще любая умеет ауешить стол. Ах ты, падла, подловил. Так, но в лицо он, тем не менее, не хилится. Может быть, мы что-нибудь сможем. И одна карта у него в руке. Блин, я боюсь, что у меня будет пороть быстрее, чем я его. Так я решил вам потратить фаербол, да? Ну фаербол ты тратишь? Нет, давай, решайся. Не будь тряпкой. Давай. Трус и жадина. Но это точно сюда. Это точно сюда. У него есть фаербол. Он целился. Значит, мне нужно отдать ему одно существо на фаербол. Элем, наверное, самый ценный. Или тетка самая ценная. Черепаху сейчас ставить точно не буду. Я ставлю Йети. И мне нужно решить, что мне жальче. Тетку или Элема. Мне кажется, Элема мне
более жаль. Негодяй. Блин, у него фаербол в руке, который он засветил, ребята. Там есть фаербол, я в этом уверен абсолютно точно. И сейчас, чтобы не умереть, я вынужден убить сюда, потому что в ответку мне туда придет не летал. 4-5 и фаербол. Мне приходится так играть, что фаербол он засветил, а я директ не топ декнул. У меня куча форс-болтов в деке. Почему они не пришли? Могли бы прийти. У меня еще один фаербол есть, который мы можем топ-декнуть и выиграть. Почему бил гиганта? А, он топ-декнул СПД. Посидит, считает так долго. Потому что это была ошибка. Поражение. Бить гиганта было ошибкой. Была бы ошибка, если бы я это сделал. У меня в деке полно директа, который я топ-декаю один и тут же убиваю, летал. Вот и вот. Снова Джейна, Гомес, Куте. Ну, Гомес так Гомес. Я, в общем-то, не сомневался, что маги все немного Гомесы. А вот и Бавлавор пришел. Неспешная такая игра двух магов, перестрелка. Четыре семь. Ну, дружок, как у тебя там с этими с фейерболами? Вот этот ход мне непонятен, если честно. Давай, Скевич, спокойной ночи. Два тигра. Два тигра это два раза больше, чем один тигр. Ни хрена себе у меня суши так порят. И самое главное, стенку сейчас поставлю, она не решит проблем. Пусть не решит нам всех проблем. Слизнюка съест ворген. Это убьет пинг. Ну ладно, нормально. Лучше, чем просто стенку скормить за бесплатно. Ни хрена себе меня напарывает.
чувак, полегче. Полегче, чувак. Так, давайте подумаем. Стенка. Надо меняться, иначе он ко мне сходит на двоечку. А, что меняться-то? Вот еблан-то. Какой меняться? У меня же был готов план. Три тигра, это круто, конечно, было, да? Неужели фаербол? Что это было вообще? О! Что этот чувак делает на 2-1? Да я не думаю, что дека крутая на вид, только на вид. Дека нормальная, но мне сейчас показали, что это вообще какую-то нереально крутую штуку какую-то. Ну, правда, я вот на первые три хода ничего вообще не сделал. Это, безусловно, очень плохо. Ничего делать первые три хода, это всегда очень плохая примета. Но дальше... Тигр, тигр, тигр. Директ, директ. Страх. Я абсолютно уверен, что я не сам проиграл третью партию. Ты несешь чушь. Ты просто не врубаешься. Даже когда ты увидел ход, не врубаешься, почему такой, а не другой ход. Ты сам бы поступил по-другому, и поэтому все другие ходы тебе непонятны. А что мне смотреть? Я помню ситуацию очень хорошо. Что мне смотреть? Я помню, я понимаю, о чем ты говоришь. Я тебе говорю, ты не прав. Сейчас сам ударится, что ли? Да, он сейчас сам ударится. Вообще в атаку не пошел. Ну ладно, такого мы одолеем. Ладно. Можно было попытаться бомбера Да, надо почистить, а то я запарюсь каждый раз по два отхватывать.
Привет, Казуван. Немножко я сейчас положился на то, что мой оппонент нубасик, потому что по-хорошему надо было поставить лемы и пингануть. Но тогда бы он получил биста прямо сейчас. Ты он так может получить ее прямо сейчас. А так он может прокачать. Ух ты, там еще такое есть. О-о-о. Серьезный оппонент. Не, не серьезно. Павел Буран, это не программа, это веб-сервис. Тебе уже написали, действительно, в чате. Казалось бы, оппонент, ну, абсолютно мертвый, ничего нам не показывает. Ну, в смысле, его показывает очень плохую игру, показывает, что он вообще не врубается. Но при этом как-то нет такого, что я его давлю. Мне надо стараться как-то играть более агрессивно, чтобы я давил, а у меня не получается давить вообще, я все время отбиваюсь. Отбиваться — это стратегия поражения в Харстоуне. Как бы нам так играть, чтобы давить? Ну, первый план — это своровать бабл там в ранней игре, второй бабл там бомбером кого-нибудь застрелить на халяву. Руком никак. Опять тигр, да что ж такое? Не нравится мне этот тигр. Одни четверки. Ладно. Так, у меня там еще лет нашелся. Достойно. Ладно, воровство баблов отменяется. Интересно, он льва надрафтил, я вытащил его с паучка. Если с паучка, то очень удачно вытащил. Хорошо, что поставил три ты, я так бы не хватило, долетал. Три два с огромным трудом. Какая хорошая дека. Рах. You asked for it.
Так, Антон, стартуй руке. Ну ладно, давай. Время бабла вора топдекать, или мне кажется? Ладно, мы запаримся его топдекать. Придется стрелять. Долго можно ждать бабла вора. 27, окей. Смоук 408. Смоук. Оу, бомбер. Ну я бы тебя на второй ход поставил смело. Я рад тебя видеть, Смоук. И 14.08 тоже рад видеть. Вас обоих. 74. Неплохо, неплохо. Зачем он поменялся, интересно? Договорились, инцидент. Как только начнешь, сразу я жду от тебя. Так что давай, поторопись. Так. О. Так, ну это начинает наскучивать. Массовые мультишоты. Давайте-ка немного бомбанем. Немного. Ну что, 5-5, что 6-6, один фиг. Он поменяется с альбом. Давай меняться, чё. Я подозреваю, что это может быть фрост-трапа. Я подозреваю, что мы в этой партии в попке. По вполне очевидной причине. АУЕ-то нету никакого. Знаете, слизняка, надежда, что оружие ты мне все-таки уже не поставишь. То это будет катастрофа. План мой сейчас через Антошку сыграть. Заморозить там что-нибудь жирное. Льва, например. Сейчас очень хотелось бы увидеть оружие после слизняка на столе. Алло, это вообще арена? Ах, пришел болт, а я тогда пожалел болт, думал, Антошку нечем кормить будет. Сталинс, давай. Нет, тогда у меня останется... А, ой, спасибо, друг. Я не знал, как мне быть. У меня была очень трудная ситуация, ты мне помог. Я могу тебя еще раз заморозить. Дружище, я так тебе благодарен. Ты не представляешь, насколько.
Он еще не приставил его, он поставил под фаербол какое-то говно. Ты что, вообще что ли больной? Слизнюка хоть правильно убил. О! На. Так мы тебя сейчас еще и выиграем. Если ты так будешь чудить, друг. У меня в руке лев и что-то еще. Девять и двенадцать. Двадцать один, двадцать четыре. Дечка у него жесть какая-то, но он играет ужасно. Он все сам себе проиграл. Ох, Вася, Вася. Приз, блин, надеяться, что с пристаем будет попроще. Весп. Чем меня может упугать может вес? Вес меня может упугать существом 3-4 разогнанным. Я переживал, что стоит лев 1. Оставишь его, он пойдет в атаку. Болт нельзя кинуть. Вылезут гиены. Думаю, что с этим львом делать? Он взял его в руку, вернул. Вообще нормально. Антон снова пришел. Антон решает проблемы. Три-четыре, да? Я угадал? Это плохо будет. Да, три-четыре. Раз, два, три-четыре. Все равно мы ставим Воргена. Даже если он похилится, останется жопка 3, я смогу дострелить. Будет 1-1. Но он выиграет темп. А, вот так, да? Все равно насрать на тебя. А, у меня вообще есть стенка. Отдыхай там. Хилься давай. Болт желательно экономить, хотя у меня их 4 штуки, можно особо не экономить, еще придет. Вот это очень плохо. Думаю, завалим, конечно. На, хилься, хилься, друг. Все, пришла пора почистить стол. Хотя... Нет, не получается. Может, пусть наплодится и что-нибудь сопрем у него? Фаербол опоздал, фаербол нужен был Йети. Попробуем что-нибудь спереть у него. Хотя так мы тоже не сопрем. Ты плевать. Вот кода сейчас не хочется увидеть. А еще жрицу 4-5 не хотелось увидеть, но черепаху все равно доиграть как-то. Так, вот это вот интересная штука. Она была бы интересной. Блин, сайленс и своп. Класс было бы. Ладно, тратим болт. У меня еще в деке 2 болта. Хотя нет, не так. Вот так. У меня в деке еще 2 болта. Чувака пора убить.
Болт я сейчас не имею права тратить, он у меня уже предпоследний. Стамулов жирное существо, но был бы ремол, он бы убил тигра, поэтому я за Антона более-менее спокоен. Надо выставлять его до 10 хода, чтобы МК обойти. Ой, дракон. Дракон это не очень хорошо. Дракон скорее плохо. Шестерка, да, у тебя будет? У меня болт на 3, атака на 3. Ну ладно. Что же делать теперь? Тут взял карту, там взял карту. Кругом взял карту. Он взял кучу карт и мог найти ремола. Это будет плохо. А ты ничего так. А, я тоже молодец. Ну, мне и так план был готов, ничего страшного, меня твоя Никси не пугала. Так. Становится интересно. Так. Неплохо. Какая-то драка легендарок. Приз тоже оказался непрост, но Антон просто неостановим. Антона не остановит, ребята. Я сейчас. Георгий 227. Ай. Ай, Джек. Вот я тебя записал номером 75. И надо поднять за тебя бокал. Без виски, правда. Так. Бумер, тут сложная ситуация, нас спорят. Давай. Как я тебя учил. Не так я тебя учил, бомбер. Да просто нам тут пригодится мистер Варюга. Или мистер Флеймстрайк с монетки. Попробуем все-таки отмахаться от него. Вот это как раз то, чего я боюсь. Мне бы до лейтгейма, до Антона бы до... Ты что, все это скормит, что ли? Да нет, я так не думаю. Фростболт, Фростболт, ты мне нужен. I need you, Фростболт. А что мне теперь с ним делать? Мне теперь маны не хватает. Давайте посмотрим, что за секрет. Он пока не очень накормится. Я еще один ход подожду. Один ход еще подожду. Потому что если я даю фростболт, мне больше ничего не хватает. А так на следующий ход, он еще не отожр. На следующий ход я смогу болтануть, он отожрется, думает, а, у меня жирный такой гуль. И можно будет уже шарахнуть. Вообще неплохо бы, чтобы он что-нибудь
спыльнул сейчас. Он, наверное, сам переживает, что не может ничего остановить, потому что сам себя зауешит. Ну ладно, флеймстрайк есть, один, но пришел. Фростболт есть, как-то мы начали закрепляться, он не очень быстрые ходы сделал. На четвертый ход он всего лишь поставил Гулю вместо Йети. Почему элементально оставил? Потому что хожу второй, могу с монеты его поставить на третий ход. Упс. Блин, у него дека жертва консекрахи. Так, Гуляк на 5 ходит. Неужели поменяется? Да плевать, пусть меняется. Нет, не хочет тряпка меняться, хочет пороть. Тем временем 15 хп, ему это удается. Ладно, я тоже братве навалю. Мы тоже крутые. Ничего так паладинчик, прессует меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, блин, да что ж ты у меня... Близзард! О, Близзард! Да, в общем-то, и мне без него ничего так. Но с ним было бы еще лучше. Хотя нет, без него все-таки не очень. А зачем он пошел 2-2 в лицо, если он подставляет 4-2? Что он хотел этим нам сказать, друзья? Он на что-то явно намекает. Подмигивает такой. Надо уже беречь хитушки, потому что стенок у меня нет, хила у меня нет, он просто возьмет меч в руки и отмудохает меня. Такое вполне может быть. Что это вообще такое? Что ж у него в руке такое? Так, ну если флеймстрайк, я, конечно, чищу стол, а иначе просто атакую сюда, пингую сюда и теряю йети, да? Да не, надо флеймстрайкать, а то он мне потом уже никогда не пригодится. И хитушек 9 это как раз то, чтобы от одного меча не умереть, ну или что-нибудь такого. Все, хиты терять больше нельзя. Но один потерял. У меня вообще стенки в деке есть, я не помню. По-моему, у меня только заморозка, фростболт в лицо и лемы. Чек PayPal. Сейчас, ой, погоди. Сейчас, погоди, погоди. Опасный момент. Не, конечно, расколупаю, но у меня 4 хп и никакого способа защититься. И это, знаете ли, вызывает озабоченность. Ангела Меркель выразила озабоченность сложившейся ситуации. Нужно скорее заморозить, чтобы он с колотухой хотя бы меня не убил. Так, PayPal. Только топ-декни сейчас вот в этот ход. Я буду очень недоволен. Да боже ж ты мой. Ого, целая куча денег. Спасибо тебе большое, фристурол. А прикиньте, там секрет, ребята, у меня хит. Давайте запишем. 400 рублей. Это классно. Прикиньте, там секрет, который наносит одну дамаг в ответ. И у меня хит. Такое маловероятно, потому что он самый дерьмовый из всех. Но это же возможно. Слава богу. Слава богу, это самый обычный блокер. Короче, слизнюка ставлю, потому что я его замораживаю. Да и насрать его на слизнюка.
Вот это да! Почти 12-0.